здравствуйте. Сегодня у нас среда, 31 июля 2019 года. Стоит за мной трактор. Приготовился я уже ехать косить. Положил кардан сюда под жопу, чтобы жопа не потела. Кладу вот такую пятничину обшитую. Едем, продолжаем сенокос, едем косить сено. На прошлый раз я показывал, как в тракторе менял вентилятор, но когда метали сено, вентилятор что-то отказал. И был у меня еще один вентилятор, короче, у деда там покупали в ленте тогда по распродаже, там по 200 рублей, однако поставил. Не знаю, как долго будет ходить, точно такой же вентилятор. То есть я снова с двумя кондиционерами, так называемыми. Заправил трактор полный, угнал овечек, уже время сейчас 7:30 утром, была роса, небо стоит без единого облачка, хотя на понедельник и на вторник были дожди, ну, ночью проходили дожди небольшие, но земля сухая. Да я и, в общем-то, не переживаю, у нас есть грабли, ворошилки, если что, когда прибьет. Не было бы затяжных дождей, когда, если прибьет траву, которую мы скосим, я скошу, ее всегда можно поднять ворошилками. Ну вот, трактор полностью заправил, залил воды, с собой взял воды, с собой, наверное, возьму палку колбасы маленькую, булку хлеба, ну и поедем косить. Да. Дед тоже там сейчас овечий гнал, смотрю, одевает, выгнал трактор Т-25, одевает косилку. Или оделали, ну, короче, трактор около дома стоит. Я ему вчера еще говорю, блин, куда ты поедешь? Не езди никуда, я один скошу. Скошу не все тоже, снова скошу часть, половину там, еще скошу половину того, что осталось. Да ну, мы вдвоем скосим, блин, быстрее. Ну, понятно, что быстрее, ну... Короче, я и против того, чтобы он ехал, косил, а он, нет, надо мне, надо. Ладно, аккумулятор уже поставил на трактор, масло уровень, сейчас кардан положил, ножи вчера поставил, наверное, с собой, может, с собой возьму еще сейчас комплект ножей в запас. Ну и все, поедем, так что вот так вот. Время 8 часов уже утра. Приехал на место. Сейчас разложусь и буду косить, отрезать. Вон там. Ну, вам незаметно будет на камеру. Короче, стога наши. Вот ориентир. Пусты ближайшие. А, вот видно. Вот приближаются стожки. И буду резать примерно вот так вот. Примерно так, ну, может быть, метров 30 еще туда отдам. Короче, вот так режу и потом покажу, сколько я это скосил. Ну, за день получится, не получится, не знаю. Тут вроде более-менее ровное место. Можно ходить, наверное, на четвертый. Вот там плоховато, и в кустах там еще будет плоховато. Так, сейчас вот раскладываю косилку и начинаю резать охват. Все,
разложил все, косилочку настроил, ремни подтянул, кардан поставил, роса, немного ноги намочил, сейчас пока снимать не буду. Деда Петя еще тоже не приехал. Сейчас режу загонку, так называемую, и когда отрежу, тогда уже буду, ну, ездить. Покашу маленько, тогда буду снимать. Тут ложок, трава маленько получше растет. Вот. И вот ложбинка. Ну, там тоже более-менее ничего. Сейчас вот отрезаю до кустов и гоняю туда-сюда. Начинаю гонять. Вот так вот. Температуры нет. Сколько там? 2 моточаса уже наезжено. Остановил косилку, уже проехал 2,5 раза, отрегулировал, более-менее нормально, она меня во всем в данный момент удовлетворяет. Отрегулировал положение гидравлики, сейчас я отключаю насос, потому что когда я кашу, я гидравликой не пользуюсь. Отключаю сейчас насос, и чтобы просто экономить даже солярку тоже. Все. На несколько миллиграмм трактор будет солярки меньше жечь, потому что он не будет крутить эти 15 литров масла, которые есть в гидравлике. Ну и к тому же ресурс насоса гидравлического чуть-чуть будет больше. Хотя это не так актуально, но все равно вот пусть будет так. Дед еще не приехал. Ну, может быть, и не приедет, может быть, он так трактор выгнал. Ну, стоял около косилки. Ну все, едем дальше, продолжаем. Здесь закуток маленький. Здесь закуток. И это, как сказать, кусты. Надо будет их обкашивать потом. Ну, пока что я кашу. Вот, скашу, сравняю там этот перешейк, и тогда более-менее ничего. Кашу на 4-й передаче, тут более-менее ровно. Вот этот закуток надо будет, вот, там от куста, и тут не очень ровно, надо будет косить на 3-й. Ну, это ладно. Так, ну все, едем дальше, отключаюсь, едем дальше. Времени 9:30. Кашу 1,5 часа. Так, что я скосил? Охват взял. Половину охвата уже выкосил. Половину охвата там выкосил. И добивал я по ту сторону дороги. Там трава тоже около кустов неплохая. Здесь тоже вроде как неплохая травенка. Но она подросла, подсад хороший пошел. А там вон, у тех кустов, где я начинал косить, там она совсем нифига, короче, травы нет. Ну а так волки вроде неплохие. Сейчас пообедаем. Дед так и не приехал, значит, он, наверное, не хотел ехать, просто косилку выгнал. Так, что будем, чем завтракать? На завтрак я с собой взял водичка. Вот такие. Килька черноморская, обжаренная колбаса сельская, лук, хлеб и ножик. Утром никого не видать. Утром встал, чаю попил, кофе попил и поехал. Не завтракал, ничего. Сейчас вот чуть-чуть съесть пару кусочков, и можно дальше двигаться, косить. Температуры нет такой, ну, вентилятор включаю, работает хорошо. Вот
такая система у нас. Так, приехал второй трактор с косилкой. Косилка называется КС-2Е1, сегментная. Захват 2 метра 10 сантиметров. Я сейчас свое возьму. Свое возьмет, сказали. Ну что, косить приехали? Это, сегмент он. Как тут раз вылетел, заклепал, да. Попробуем. Все понятно. А вот почему в колхозах раньше за роторной драка была ходить с сегментной косилкой? В чем причина? Был такой дело. Прям в драку ходил. А причина-то такая была. Эти. Хорошо идти роторно, видишь, тут место не сбиватый, там вот из-за этого. Все понятно. Без отвалки? Ага. Ну, все ясно. Thank you.
Носилка сложена, поехал домой. Скосил, вот. Вот кусты. Видно вам, не видно, вот по кусты. И там где-то посток. Тот дальний. И вот. Здесь трава не очень была, а вон там получше немножко. Клевер большой и... Ну, неплохая, хорошая травенка. Так что вот так вот. Потом съезжу на мотоцикле, проеду, замерю, сколько метров.